период советской власти начинается все-таки в 1920 году. В ноябре 19 года Омск был освобожден от частей Белой армии, и идет формирование губревкома. Первым председателем губревкома Западной Сибири стал Евгений Венедиктович Полютов, один из организаторов Совдепа казаков, Совета депутатов казаков Западной Сибири и Степного края. А в 1920 году Сибревком, губернский Сибревком, губревком был переименован в губисполком, и его председателем был также Евгений Венедиктович Полютов.